тыкну на всякий случай локальную запись, если вдруг это все выложится не... Ой, Дениска еще зашел. Всем, в общем, добрый вечер. Сегодня суббота, 23 февраля 2019 года. Кто-то звонит в дверь. Кот только что лег на диван. В общем, играем в FIFA, 24 человека, случайные расы, случайные герои, патч 1.34 и стрим of Plaza, GLHF. Поехали. Работаем. Beaver League. Ну что, главное, чтоб не орки. С остальными расами мне как-то попроще. Ну, либо орки с архмагом. Это вот я бы хотел. Эльфы. Только кастом кейс стандартный надо привыкнуть. Ну, вообще, начало хорошее. Я считаю, что весьма и весьма неплохое начало. Конечно же. Понятно, что у нас тут соседи. Понятно, что непросто, но это эльфы. А эльфы — это возможность. Два ова, естественно, чтобы и обороняться, и крепиться. Приоритет на крипинг, естественно. Ну, как получится там. Не, не будем. Не будем делать раннюю разведку. Провоцировать еще людей на контакт. Так, 40 леса, второй мунвелл, второй барак где-нибудь на мейне. Может даже вот здесь вот поставить, чтобы просто готово. Защищаться было готово. Ну, лучше с этой стороны. Поставить его как-то вот так на проходе, что хрен зайдешь просто. Здесь, конечно, альтернативный проход есть, но он не в сторону врагов. Там обходить надо. Герой заказан. Черт его знает, что это будет за герой, естественно. Но мы надеемся на кого-нибудь полезного, сильного, самостоятельного, независимого. Готово. Может быть. Так, следующий шаг — это 60 леса и второй барак. Так, выводим уже сразу веспам. Я готова. И еще одну арчу, золота. Пожалуйста. Потому что контакт может быть ранним. Герой выходит, и это... Паладин неплохо. Неплохой герой. Не топовый, конечно, но... Укажите мне путь. Но и неплохой. Особенно если следующие герои будут не андедами. Слишком просто. Внемлю вашим словам. Укажите мне путь. Готово. Я готова. Так, можно, пожалуйста, не арчу. Не проблема. Ни слова больше. Мой лук всегда. Давай, ману регенец. Пытаюсь прокрепиться. Здесь, да, заказываем еще виспов. Да свершится правосудие. Мое сердце жаждет. Начало неплохое, то есть мы забираем желтую точку нашего соседа. Укажите мне путь. Мой лук всегда со мной. Собираем артефакты, идем дальше. Жду приказа. Готово. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Мой лук всегда со мной. Внемлю вашим словам. Наши так, надо вступили в бой. Заказаться. О чем вы просите меня? Здесь объединяем бараки в одну группу, точки сбором. Мне неведом страх. Жду приказа. Окей. Мое сердце жаждет битвы. Там сзади кто-то мелькнул. Жду приказа. Кажется, вражеский герой был. Мне неведом страх. Будет исполнено. Мой лук всегда. Бегаем пока по тем точкам. Но вот паладина минус в том, что он... Я готова. Мое сердце жаждет. Для крипинга не очень подходит. То есть он и медленный. Ну как нет, он не медленный. Может тоже скорость добавили. У него самонов нет. Мне неведом страх. То есть он сам по себе... Мое сердце жаждет битвы. Мой лук всегда со мной. Не, лучше пусть танкуют арчи. Пирсинговый урон, пусть танкует арчи лучше. Укажите мне путь. Да заказываем еще. О, этот Таурен у меня сосед. Блин. Мое сердце жаждет. Класс. Битвы. Мой лук всегда со мной. Свезло, так свезло. Почту за честь.
поделать. Так, БД как-нибудь аккуратненько. А, уже здесь люди. И здесь мелькнул тоже враг. Я не уверен, что надо возвращаться. То есть, может быть, имеет смысл аркадника подкрепиться ради... ради экспы и разменять телепорт на это безобразие. Вижу цель. Вашим словам. Во имя света! Мне путь. Бью без пробы. Мне неведом страх. Готово. Так, еще арчи делать? Нет, не делать. Хантерс Холл. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю вашим словам. Смерть неверным! Криот Энтриус. Мне неведом страх. Мой лук всегда со мной. Слишком просто. Мне неведом страх. Внемлю ваши слова. Осидка неприятная, конечно. Мой лук всегда со мной. Хорошо. О чем вы просите меня? Как прикажете? Блин, ну конечно. Жду приказа. Отвратительно покрипился. Значит, наверху у меня Крео. На третий уровень не хватило. С крипингом проблемы уже есть. О чем вы просите меня? Как прикажете? Но главное, чтобы следующий герой был живой. Это ключевое, по сути. Так, вижу, там аура тауреновская работает. Не проблема. Слишком просто. Что ж делать там? Как прикажете? Жду приказа. Древо выращено. Не проблема. Так, делаем второго героя. Укажите мне путь. Блин, так не хочется еще идти на соседей. Не, надо пытаться, к сожалению, надо пытаться крепиться. Это делать, конечно, без... без ТП... Укажите мне путь. Большущий риск. О чем вы просите меня? Поэтому я продаю то, что... Мое сердце жаждет битвы. Недостаточно золота. Ни слова больше. О чем больше. Вы просите меня? Недостаточно золота. Недостаточно золота. Андеда в этом плане, конечно, крепится значительно проще, блин. Не проблема. Слишком просто. Ваш ход. Так, как быть? Сюда надо попытаться доехать. Битвой. Постоянно смотреть еще на карту. Недостаточно золота. Чтобы вот здесь вот не попасться. Надеюсь на живого героя. На второго живого героя. Потому что если нет, то... Паладин сразу теряет в эффективности, тут же закреплен. Блин, ДК, вы издеваетесь. Укажите мне путь. Жду приказа. Синергия. Мой лук всегда со мной. Жду приказа. Внемлю вашим словам. Укажите мне путь. О чем вы просите меня? Мое сердце. Хорошая новость заключается в том, что каким бы третьим ни был герой, лечения будет. Жду приказа. Это хорошая новость. Плохая заключается в том, что эти два парня не сильно друг с дружкой сочетаются. Жду приказа. Мягко говоря. Недостаточно золота. О чем вы просите меня? Укажите мне путь. Жду приказа. Идем в агрессию. Да, делать уже больше нечего. Мое лук всегда со мной. Ваш ход. Мне не ведом слава. Смотрим. Рефлей. Мое сердце жаждет битвы. Магическая вышка. О чем вы просите? Укажите мне путь. Жду будет приказа. Исполнено. Мне не ведом страх. Ваш ход. Укажите мне путь. Этого слова. Не пропушить. О чем вы просите меня? Наши воины вступили в бой. Мое сердце жаждет битвы. Недостаточно золота. Укажите мне путь. Страх. Ну, можно попробовать через пару дриад и харас выйти по фасту медведей и уже справиться. Мне кажется, что он... О чем вы вот кто, кто здесь у нас еще? Что случилось в наших лесах? Да свершится правосудие! Начинается. Мое сердце жаждет битвы. Я готов мстить. Внемлю ваши слова. О чем шумят от деревья? Ой, классный какой бутербродик у меня получился тут. За веру и народ. Привет. Мне не верят страх. Как я люблю. Привет. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите меня? Мне не ведом. Так, дриад больше не делать. Внемлю вашим словам. Что случилось в наших лесах? Их хватит. Реально хватит. Мне неведом страх. А более ж можно попробовать сделать. Ага, этот привет. Здесь. Внемлю вашим что словам. Произошло? Что случилось в наших лесах? Медведя я могу, ну хотя он такой странный. Мне очень. Что произошло? Очень привет. Странный. О чем вы просите? Что случилось в наших лесах? Исследование. Не проблема. Что произошло? Хорошо. Мое сердце жаждет битвы. О чем шумят? Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Как прикажете? Что случилось в наших лесах? Застройка, что ли? Очень странный поворот. О чем шумят деревья? И шумно, словно рысь. Очень странный мув. Привет. Что произошло? Привет. Исследование завершено. Мое сердце жаждет битвы. Привет. Ты звал меня? Мне неведом страх. Будет исполнено. Что случилось в наших лесах?
Зачем вы бросите меня? Как прикажете? Что случилось? Мы у наших всегда забыли. Мне неведом страх. Мне не важно. Ничего себе, какой он наглый. Недостаточно золота. Мое привет. Сердце жаждет битвы. Чем вы бросите? Он у нас мало времени. Внемлю вашим словам. Так, магическую вышку надо будем пробрить. Привет. Охота начинается. О чем вы просите? Уже в пути. Что произошло? Рад. Привет. Не буди его мне, зверя. Что случилось в наших лесах? Внемлю вашим словам. Ну да. Привет. Меня будить. Что случилось в наших лесах? Мое сердце жаждет. Не буди его мне, зверя. О чем вы сейчас надо сдавливать, но сзади подходит еще один. Мое сердце жаждет битвы. У меня есть телепорт, это единственная хорошая новость. Ты звал меня? Жду приказа. Не проблема. Что случилось в наших лесах? Меня будить. Мое сердце жаждет битвы. Мне не верно в страх. Наши воины вступили в бой. Мое сердце жаждет битвы. Слишком просто. ДК, бедолага. Не буди его мне, зверя. Мое сердце жаждет битвы. Не хватает мага. Меня будить. Мне кажется, я зря на два фронта сражаюсь. ДК тут немножко под это самое. У нас мало времени. Мне неведом страх. Добавляем броню. Что-то полный хаос. Сообщает. Михаил. Да. Смотрю в ГГ твои стримы с 2009. Мерлин, спасибо. Катань за своих соло в эту игру. Ай. Мне неведом страх. Так, давай-ка вниз. Проходим, проходим, блин, не толпимся. Я добил. Все, надо сейчас второго убивать. Укажите мне путь. Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. Мое сердце жаждет. Желательно, конечно, сделать было. Не хватает дерева. О чем вы просите? Дерева не хватает, да? Убить шахту, но мне кажется, что. Так, тут бетон, все дела, да? Да, бетон, две вышки. Понятно. Короче, давайте сначала. А, место у нас все равно есть под крипинг. Можем забить и не добивать. А попробовать пойти покрипиться. Потому что есть все еще шанс. Готово. Но мне кажется, что готово. Если я уйду, он, по крайней мере, на экспанта прибежит. То есть я не гарантирую постройку экспанта. Может просите? Быть, надо было пытаться пробивать, но две вышки мне не нравятся. Мне неведом страх. Здесь уже строится база. Мое сердце жаждет битвы. Уже закреплены, уже строится база. Мне неведом страх. Пока не выходим из лимита. За веру и народ. Крео потерпел поражение, что? О чем вы Крео кто-то наверху убил. Мне неведом страх. Нас мало времени. Вот это нежданчик. Как прикажете? Будет исполнено. Ну я пробую здесь все-таки поставить. Мое сердце жаждет битвы. Ух ты, святок зверя. Как это, прикажете? По крайней мере, деньги. За веру и народ. Почту за честь. Нет, в процессе за как раз. За веру и народ. Когда начинать? О чем вы просите? Ну и ясно. Внемлю ваши слова. Там снизу крепится. Да свершится правосудие! Мне неведом страх. Внемлю ваши слова. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Внемлю ваши слова. О, ГГ. Будет исполнено. Неожиданно прилетели грифоны. Мое сердце жаждет битвы. За веру. Ой, три медведя оставил. Остались еще. Так, что мне делать с орком? Не, во-первых, надо ставить базу в любом случае. Пытаться здесь уйти, но это крайне маловероятно. Там еще он блочит. Тут атака идет. Вот отлично прокрепился, да? Беру героем.
внемлю вашим словам. Надо лечить, наверное, лича. Я в воплощении тьмы. Мне неведом страх. Лечить личам. Внемлю вашим словам. Смерть неверным! Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. Так, арба нужна. Нычку надо прикрыть. Он видит эту базу мою. Скрипингом полная жопа. Мне неведом страх. Уже в пути. Конечно. Мое сердце жаждет. Да, я понял тебя уже. За веру и народ. Внемлю вашим словам. Во имя света. И он успеет. Мое сердце жаждет битвы. Ты звал меня? Недостаточно мало. Эту вышку, по крайней мере, достроить. Да начнется. Питлорд. Нужна арба. Что ты задумал? Став арба. Меня нет. Мне неведом страх. Вступаем. За веру и народ. Ты звал меня? Ну и ДК, ты такой вообще умный, капец. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю вашим словам. Все, поехали. Да, боишься? Кауль. А чем вы просите? Мне не ведом страх. Лич получает левелап. А чем вы просите? Умирает. Внемлю вашим словам. Готов. А чем вы просите? Внемлю вашим словам. Но он сильно не контроливает. У меня, по крайней мере, доделается база. И уже можно будет что-то делать. О чем вы просите меня? Как прикажете? Будет исполнено. Почту за честь. Надо его быстро убивать. И, возможно, с первыми гиппогрифами, двумя-тремя... Ну, хотя, как я буду пробивать его, не совсем понятно. Реально, эти две вышки. Либо химер пилить. Как я люблю... В чем я сомневаюсь, что это правильно. О чем вы просите? Надо продать как минимум Scroll of the Beast. Как минимум точку сбора поставить правильную на паладин. Телепорт взять. Отрегениться. Не, может быть и химеры даже. Химеры, конечно, мне не помогут. А зачем? Давайте выходим из лимита, гиппосов добавляем пока что. Только для того, чтобы вот эту вот красную собрать. Все, из лимита выходим аккуратненько. Там немного нужно, там 4 гиппоса уже будет хорошо. Главное, чтобы здесь не закрепили уже, а то время нет, еще не закрепили. Пару катапульт. Ой, Fallen Templar, там советчик. Котапульты, от слова кот. Это не ошибка, все правильно. Коты, они везде. Недостаточно золота. Так, второй гиппос. Недостаточно. Блин, и он... Мое сердце жаждет битвы. Ладно, мы выстоим здесь. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите? Хауль, пожалуйста, ну. Хауль. Священная роща отвернена. Мне важно право воплощения тьмы. О чем вы просите? Мое сердце жаждет битвы. Я не вижу там кого лечить. Вроде не надо никого лечить. Мне неверный страх. Дима падает. Мое сердце. И он тут остался битвы. Просто. О хорошо. Чем вы просите меня? Наши воины вступили в бой. Грейт, еще один. Исследование завершено. Страх. Так, добей. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. Ну, он там не контролировал особо. Поэтому очень много экспы мы с вами получили. Так, это он же, да, Ливну? Надо проверить. Все равно сначала нужно подкрепиться. Вообще Хауль хорошо может зайти, учитывая наличие воздуха. О чем вы просите? Поэтому поехали. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите? Как приказано? Мое сердце жаждет битвы. Внемлю ваши слова. У меня
Так, взяли. Маска смерти. Ты звал меня? Проверяем, что здесь он ливнул. Дальше заказываем еще апгрейды, заказываем еще базу по центру. Потом, возможно... Да, он ливнул, хорошо. Ну, тут просто рабочих надо подбрить. Не паладином. Достроить еще древо ветров. Блин, В. Да хоткеи просто стандартные. Убиваем рабочих. Ну и постепенно можно в химерок выходить, конечно. Любопытно еще, что Крео под боком убили. Вы же помните, правильно? Я тоже помню. Сердце жаждет битвы. Забору тоже, конечно, дают экспу, насколько я помню. О чем вы просите? Ну, наверное, не стоит тратить время на... Хотя, почему нет? Во имя света! О чем вы просите? Особо не мешают они, правда. Забору должны давать экспу. Сейчас проверим. 240. Да, 4. Ну, вообще копье. Все, полетели. Нам нужна гиппогрифа в пачку. Мне неведом страх. Возможно, проверить вот какую-нибудь вот эту вот красную точку. Ну, чисто на шару. Ну, а вдруг? По центру Санта пытается отстроиться. Я хочу проверить, есть ли вообще кто-то... Или нет. Понимаете? Да, здесь есть. Ну, раз уж я прошел, я сюда подойду. Так, B, X, да, или H? Нет, V, B, что? C. Не хватает. Понял. Рычим. О чем вы просите? Ну, видели, да, там еще есть. Мне неведом страх. О чем вы просите? Шеддер не забыть купить. Мне неведом страх. Сюда надо быстренько. Это то, что можно отъесть сейчас из центра. Очень ценные, очень редкие вещи. И артефакты, и деньги, и самый главный опыт. Мне неведом страх. Палыч надо будет отвезти. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю ваши слова. Хауль. Блин, как Хауль? Т. Я понял. БГ Дениска написал. Молодец. Королевская корона. Берем. Только не Декой, а этим Питлорном, что он первым будет идти. Так, ну есть третий койл, есть второй сплэш, выходим в центр, нам нужны ботинки, Шреддер. Блин, БГ, ненавижу товарища, который пишет БГ. Так, амулет жизни, это не то. Шреддер есть, доступный, берем. Сразу куда-нибудь его подальше. Отсюда виспов сюда. Готово. Здесь закупаем ботинки. Мне неведом страх. Так, тут. Ладно, давай так, пока деньги. Ой, тут еще не закреплена точка. Мне неведом страх. Я воплощение. Это повезло. Мое сердце недокреплено, так скажем. Будет исполнено. Большая удача. Отвожу двух героев, чтобы весь опыт дать этому товарищу. Койл в него. Риада особо и не нужна. Так, наверху у нас Санта. Сфера льда. Для дыки. И камень жизни. Прекрасно. Ботинки. Ботинки, говорю. Передаем, по крайней мере, арбу одну, паладину, скажем. Доделываем грейды. Не все сразу. Верницы достраиваются. Так, мне контроля не хватает на все это безобразие. Чем вы просите меня? Так, Санта здесь. Надо ему центральную базу. У него явно там мейн шатнули. Мое сердце жаждет битвы. Я бы паладина, конечно, тоже укрепил. Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. Кольцо защиты плюс 5. Очень хорошо, Питлорду зайдет. Ну, ему, конечно, когти еще нужны. О, это не то. Боишься? Давай сюда, Деки. Угу.
Давай. Так, денежку потратили, сейчас откатится у нас. Надо талонцев сделать еще. Ботинки купить. Новые. Ресурсы в ноль. Вот эту вот штуку надо забрать тоже. Заменить уже медведя потихонечку на оставшихся талонов химера. Ну и прочих. Здесь у нас шахта есть, а толку нет. Берем виспов, которые свободны. Мое сердце жаждет битвы. Рычим. Я воплощение тьмы. Мне исследование завершено. Паладин там раздает. Так, парочку талонов. Апгрейды почти 3-3. Нужны последние ботинки для деки. Дождемся, построим. Дальше ушатываем медведя уже потихонечку. Ну, потому что мы все равно заменяем это теми же самыми химерами. На крыльях ветра. Внемлю вашим словам. Да свершится правосудие. Так, ботиночки. Можно попробовать в стиле ФФА начать строить беспорядочно еще базы. О чем вы просите меня? Так, двух талонов, пожалуй, хватит. А вот химеру вторую надо построить. Внемлю вашим словам. Может быть, даже и третью. Мне неведомо. Спроси, о чем мне хочешь. Укажи путь. Так, тут у нас открылся кто-то, да? Аура паладина, как подсказывает Кэп, особо не нужна. Талоны взмывают. Доделываем апгрейд, чтобы в воздухе кастовали. Тут доделываем апгрейды такие. Снова ставит фрю базу. Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. Я готов мстить. Ай, плохо. О чем вы просите меня? Мне неведомо страх. Еще по-хорошему нужно защищать было верхнюю базу. Это вот. Меня? То есть, сначала здесь отстроиться. То есть вытащить вот так, построить раз, два, три, четыре и БД. Наши воины вступили в бой. Поехали. Хауль, ты, блин. Бьют. Что-то я здесь вообще не алё. У меня мёртвый особо лимит. А химеры не долетели. Мне неведом страх. Наши воины вступили в бой. Так, БД, пожалуйста. Мое сердце жаждет. Так, наверху у нас Spam Perfect эльф. И я почему-то начал его атаковать. Ну, начал, так атакуем, значит. А, нет. Орк сюда пришел. Исследование завершено. Готово, готово. О чем вы просите? Готово, готово. За веру и народ. Наши воины вступили в бой. Мне неведом страх. Нормально, протектор доделалось, это уже хорошо. Исследование завершено. Мое сердце жаждет. Вард поставил. Мне неведом страх. Так, не, можно, конечно, химер. Ну и просто мертвый лимит воздушный, понимаете? Мне бы его на ком-нибудь разменять. Поэтому я на PM Perfect все-таки полезу. Орка вроде отвадили здесь. О чем вы просите? А вот PM Perfect можно. Я даже выйду из лимита временно. Готово. Главное хауль сделать. Главное сделать хауль правильно, потому что третий хауль — это уже пол телепорт. Вижу, там вампиризм. Ну вот это как раз проблема. Во-первых, его очень много, значительно больше, чем меня по воздуху. Во-вторых, там Таурен. Мое сердце жаждет битвы. Мне ваши слова. О чем вы просите меня? Внемлю ваши слова. Мне неведом страх. О, я не знаю, что делать. Ладно, поехали. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите меня? Погибнет. Мое сердце жаждет битвы.
Ну, Хауль, блин. Хауля нет. Только сейчас Хауль. Там ульта еще. От Сехи. Которую я пропустил немножечко. Деку надо было стафать, естественно, пытаться. Второй армор, никаких резуректов. Седьмой таурен, я вертел просто такой. Давим дальше. Но по воздуху, на удивление, я выиграл. На удивление. Таурен там как вообще? Нормально у него все? Так, этот все. Таурен все, хорошо. Додавили. Додавили. Это был очень опасный с точки зрения связки героев. То есть Таурен, СХ, Дредлорд. Это было жестко. Так, ладно. Третья аура лучше. Здесь Дум, естественно. Надо склевать кого-то, я не знаю кого. Шахта заканчивается. Сейчас уже нужно, конечно, пытаться... Во-первых, надо склевать точно химеру какую-нибудь. А то и две. Да, нужно одну еще химеру склевать. Мне неведом страх. О чем вы просите? Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. Мне неведом страх. Мое терпение. Сейчас свитков не было. О чем вы просите меня? Так, ладно, пока здесь у нас работаем. Здесь тоже работаем. Давай, давай, родной. Центр, закупка, хотя денег особо нет. Так, медведи одного. Там люди тоже ливают. Сейчас шахта заканчиваться будет, и ключевое это. У кого все будет... Так, здесь 4 косаря, здесь тоже вроде должно быть, да, 3 косаря. Желательно сейчас не выходить в открытый конфликт, потому что... О, наши. Вот стриорг. Стафует. Два фейерлорда. Вот свезло так свезло, человек. Надо свитки купить. О, я понял. Там капец просто. Ладно, давай попробуем... Это отлично, это Д. Не лучший выбор. Ничтожество. Ну так, потихонечку обескравливаем. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Ничего, ничего, ничего. Не торопимся, не торопимся. Я помню этого орка, у него есть нычка, это понятно. Моя задача докачать две периферийные базы. Соответственно, виспов потом инвестировать в деф. Что лучше сделать это пораньше? Ой, у меня тут еще пара виспов. Так, магазин и протектор. И закупаться, конечно, надо, но, видите, орк оккупировал. Еще паладин с... Даже не хочется это самое. Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. Резурект качать ради одного медведя, понимаете? О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. И у меня, опять же, мертвый лимит воздушный. То есть мне тут... С орком вообще не сподручно драться. Готово. Сейчас пролечу сюда, посмотрю. Там андет вроде какой-то. О чем вы просите? Ключевое, у кого сейчас будут центральные базы. Да, здесь андет. Какой андет, какой лимит. О, андет, которого пинчат танками. Орк с этими, помните этот? ВЦ-3 орк, хуман, с двумя фаерлордами.
Ой, вермы, не, надо сюда. Надо сюда. Это как бы хороший лимит. Нас есть. Меня, конечно, там видит орк, но если что, я просто смогу. О чем вы просите? Поехали. Т. Р. Блин, рейнджерка надо лечить. Здесь надо скойл делать. Скойл, говорю, делать. Готов, готов. Тоже лечить рейнджерку. Умерла, нифига себе. Все, дальше жмем. Готов. Мне неведом страх. Ай, третья аура все-таки. И это вот как раз та экспа, которая может пригодиться. Я понимаю, что не добываю на этой шахте, но мне нужно просто делать защиту. Еще хотелось бы сделать... Нет, не сюда. Вот на верма, пожалуй. Да, и он собирается сражаться. Окей. Тэм... Не знаю там, что происходит. Мне кажется, мы тут должны ушатывать просто без шансов. Койл. Воздух отдался. Наливает. У него ульта, правда, там бесит. Он пишет ГГ и выходит. Хорошо. Потенциально это еще одна база, которую можно поставить. Еще одна центральная база, что немаловажно. Возвращаемся, не тратим время. Что видите, тут у нас есть уже желающие. Я бы даже... Блин, Б... О чем вы просите меня? Блин, ну... Мое сердце жаждет битвы. Будет исполнено. О чем вы просите? Став. Эти фаерлорды пустые. Что немаловажно, потому что... Мне неведом страх. С аурой можно догнать. Вообще можно и убить его. Я, пожалуй, возьмусь за Диму. Потому что все остальное это так. Он пишет, ГГ ливает. Хорошо. Кто остался? 4 человека. Так, это уже не понадобится. По крайней мере, в ближайшее время. Здесь ставим так-так. Надо заказать 3 виспов. И надо избавиться от кого-то. От кого же избавиться? Наверное, все-таки пока что от парочки гипсов, потому что... Так, и продакшн, блин, надо было добавлять. Я вот тут накосячил. Уже должно быть значительно больше мне продакшена. И... пару химерниц. Ну, давайте, ну... Все, лечимся. Сейчас главное не агрить лишнего. То есть мне сейчас желательно ресурсы вкладывать в опять же, в артефакты. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. В артефакты. Внемлю вашим словам. Там орк. О чем вы там просите орк. Меня? Сбегать, возможно, подлечиться, восстановить ману. Вообще, мое мне должно быть пофиг на орка. Битвы. Я должен, по крайней мере, с этим паладином, с диваном меня? Прибегать и шепиться. Понятно, что там варды, что там трэпы. Так, еще один минус. Ага, тут эльф. Вот тебе, пожалуйста, и воздух. Ладно, там был Дима, да? Кажется. Закончились хорошо. Вы сюда сразу же. Готово. И вот надо сейчас готовиться к эльфу. Химерниц мало. Готово. Готово. Мое сердце жаждет битвы. Как прикажете? Нужны свитки. Химер надо убивать, в общем. Мое сердце жаждет. Да, надо убивать битвы. Химер. И размениваться по воздуху. Просто дозаказывать гипосов. О чем вы просите меня? Пофиг, что сверхлимиты сильно, но. Мое сердце жаждет битвы. Склевываем. 2 свитка надо взять. Вампиризм желательно купить, если он, конечно, битвы. Есть. Но вообще, третья аура паладина и хаул — это уже хороший бонус. Да, ты тоже у нас отстрелялся. Внемлю вашим словам.
Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите меня? Главные свитки для начала. Так, медведь есть. Гиппосов масим. Протекшн такой. Свиток такой. Ага, здесь у нас замес идет. Я не уверен, что нужно вписываться. О чем вы просите меня? Не, я впишусь. О чем вы просите? Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите? Мое сердце жаждет. Блин, а эльф молодец. Правильно оценил ситуацию. Сразу ливнул. Прям сразу. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Я в воплощении. А, иллюзия. Черт. Когти плюс 15 дредлорду, пожалуй. Да, вместо, наверное, даже с тафом. Я не собираюсь умирать. Глупо он говорит тут же. Ах ты гад. Так, давайте сюда. Протектор на самом деле здесь особо не спасает. То есть только от мелочи, от разводов. Сердце жаждет битвы. Амулетов Spell Shield как вариант. На деку тоже хорошо зайдет. Да, здесь, вы пожалуйста. Сейчас, возможно, вы будет битва. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Виспы эвакуируются. Инвестируем. Да, здесь эльф на морг. Ну, я зря напал. Вот сейчас уже признаю, что напал зря. Это было абсолютно лишнее. Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Было лишнее, короче. Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Готов. Сейчас. Мое сердце жаждет битвы. Здесь бы добавить тоже протекторов против орка. То есть готово. Вот на. Готово. Наши воины вступили в бой. Вижу. Мне ваши слова. Мне неведом страх. Ну, если он будет пушить, у меня чистый. Оп, у меня чистый воздух, типа. Но еще не лимит. О чем вы просите? Готов. Я заказываюсь. Рычу. Вампиризма не хватает. Ну, два свитка есть, хорошо. Если хауль будет, то будет замечательно. Просто пока выходим из лимита. Готов. А может и нет. Нет, не надо выходить из лимита, хватит. Закажи просто трех еще. Мне тебе будет страх. Почти 80. Мое сердце жаждет. И навязать сражение просто для того, чтобы герои апнулись, понимаете? Чтобы просто апнулись герои. Палычем в это время желательно бы ходить и затариваться. О чем вы просите меня? Орк мега опасный, потому что у меня сейчас лимита против орка нет никакого. Внемлю ваши слова. Сейчас у эльфа одна нычка и апкип, это 100%, то есть у него 80 плюс. Мне неведом страх. Как прикажете? Мое сердце жаждет. Прям гадалки не ходим. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Я бы третий свиток еще взял. Внемлю ваши слова. Ну главное еще, там ничего нет. Мне неведом страх. Давай третий свиток, но вместо чего. Не, непонятно вместо чего. Словам. Давайте навяжем мне битву эльфу, страх. Потому что он почти явно тут рядышком трется. Внемлю вашим словам. О чем вы поехали. Просите? Главное хауль вовремя кинуть все. О чем вы просите? Мое сердце жаждет битвы. Блин, я очень далеко. Так, протакшн лечение. Это так, это Д, это диван. Это еще один свиток, пожалуйста. Все, склевали весь воздух. И вот на такой размен я и рассчитывал, на самом деле. Ну, чтобы просто экспу получить, и все. Минус 10 лимита, он еще химеру забыл, это большая ошибка. Мое терпение истощилось. Получили много левелапов, потратили всего 10 лимитов. Додавить его без химер не получится, и это проблема. Мне неведом страх. Во имя света. И, ну, еще проблема — это орк, мне конечно же. Меня. Проблема, что у меня ДК на самом деле нуждается в хиле. Я лучше ему выдам ценные темы. Потому что питлорд все равно не умрет под третьим койлом с 10 армора, понимаете? То есть может умереть, но
вероятность довольно низкая. Теперь уже добавляю химер, и для того, чтобы иметь в следующий раз возможность додавить, сейчас надо пару свитков взять опять. ДК, БС, бегать, подлечиться, но, возможно, имеет смысл сейчас уже вкладываться в Мунвелла, который сделать где-нибудь поближе по центру, потому что это как раз... Чтобы не надо было бегать на базу. Так, здесь опять кто-то мелькнул. Орк, СХ. А вот, а у орка земля. Как бы мне эти гиппосы... Но они хорошо отыграли. Все равно надо сказать, что хорошо отыграли. Так, ДК у нас вылечился. Здесь я дозакажу все-таки парочку виспов, потому что строительство мануэлов должно идти постоянно. Да, был бы 100 лимита, мог бы... Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите меня? Внемлю ваши слова. О чем вы просите меня? Да ладно. Орк идет в бой. Мне неведом страх. Тихо, что ты делаешь-то? Ну, не надо. О чем вы просите меня? Готово, готово. Оп. Так, от старости умерли. Готово. Ой, ДК. О чем вы просите меня? Деки нет, с нами. И в ближайшее время не будет. Надо отправлять в таверну и пытаться от... Ну он... О чем вы просите меня? Надо выходить из лимита точно. Наши воины вступили в бой. Священная роща осквернена. Блин. Заказывать виспов. О чем вы просите меня? Очень жестко. ДК еле-еле выкупается в таверне. Идет. Идет сюда. Здесь виспы и держатся за протекторами. По-другому никак. Но если пойдет, уже готовится мочить. Пробить сложновато, конечно. Он, правда, резуректит. Сейчас химеры должны дойти уже. Новые. Да, некоторые вообще отлично доходят, как видите. Ну, 100 лимитом, с одной стороны. Поехали, я уже готов, в общем-то. Посражаться. Понятное дело, что тут... Что у меня опять мертвый лимит есть. Ничего страшного. Пунктуем. Лечим. Да, этого же можно тоже хорошо лечить. Можно убить? Угу, спасибо. А чё не убили-то? Я ж кидал койл на КД. Я готов мстить. Мое сердце жаждет битвы. Ну, меньше, что мне сейчас нужно, это опять агрить еще одного, но, к сожалению, это все, что я могу сейчас сделать в контратаке. Кажется, я обречен. Опа, тихо. Есть трехочковый. Убиваем шахту. Еще орковскую шахту убьем сейчас. Ах ты, виверн построил. В кои-то веки. А можно? Да, склевать, спасибо. О чем вы просите меня? Внемлю вашим словам. О чем вы просите? Мое сердце жаждет битвы.
Не нравится мне лимит такой, потому что денег не очень много. Эльф все еще там... Ну, он мог нычку построить. Я надеюсь, что... Мое сердце жаждет битвы. Давайте орка попробуем добить. Страх. За веру и народ. О чем вы просите меня? Внемлю вашим словам. Будет исполнен. Готов мстить. Погибнет. Да, и вот как бы им понеслась. Мое сердце жаждет битвы. Воплощение. О чем вы просите? Внемлю ваши слова. О чем вы просите? Почту за честь. Священная роща отвернена. Наши воины. Надо делать апгрейд, восстанавливать мейн. Ну и он куда-то уходит. Черт знает куда. Блин, да восстанавливаться срочно, желательно. Так, Фрю вышел. Кто остался? Только он? Белив и Санте. Так, давайте я тогда мейн-то отобью. Не хочу то Т3 терять, потому что за Т3 сразу тянется шлейфом большое количество. Ты звал меня? Так, парочку талонов надо заказать, просто чтобы Fairy Fire был. Лечимся. Мне неведомо. О чем вы просите меня? Магаза нет, дерево выкопать, желательно уйти от него, что он снова может сюда прийти, а дерево нужно защищать. Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. Что? Боишься? О чем вы просите? Блин, Мануэла все равно нет. Прилетел на крыльях ветра. Внемлю вашим словам. Так. О чем вы просите меня? Укажи путь. Я готов. Проси. Мне неведом страх. Не торопимся. Хотя сейчас, наверное, только эльф остался из серьезных, правильно ведь? Посмотрим, что продается. Блин, даггер есть. Надо ТП купить. Поддержал ваш канал на 100 рублей. Спасибо, Фаун Темплар. Один человек остался. А, один остался. Ну, значит, эльф остался. То есть надо проверить вот эту базу у него. Мне неведом страх. Нет, ее нет. Да, Белив остался. Да? А Белив какого цвета? Да, он как раз остался. Внемлю вашим словам. Ну, идем на мейн, провоцируем его. Он масит гиппосов. Он ли гиппосов? О чем вы просите меня? Готово. Готово. Шатовым продакшн. Мое сердце жаждет битвы. Готово. О чем вы просите меня? Ну, у нас третья аура паладина. ГГ, есть. Ваши слова. Неплохо. Неплохо. Первая же каточка, туп один, учитывая то, что врагов много. И замечательный сет из героев. Но вот если бы не Питлорд, то... Ну, хотя там в любом случае кого-то можно было лечить. Но паладин и ДК... Это... Это, конечно, печально. Санта вышел, один лиф, один остался. Хорошо, давайте следующую. Тут такие карты дикие. Реально очень большие. Македонию можно взять, она поменьше вроде. Хотя нет, очень большая, очень большая. Даже Биг Рагнарок не такой. Ну давайте Рагнарок, 100 лет не было. Рагнарок создадим. Игры так-то неплохие. Ну, как бы хотелось бы, чтобы после паладина было 2 живых героя. Чтобы как бы можно Фален было не химер лечить. Фален Темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Первым вышел паладин, значит будет топ-1. Ну, повезло с этими, с расой повезло, то есть эльфы. Так, Рагнарок. Следующий будет карта. Хоть и очень большая, но учитывая то, что тут углы. Несколько секторов. Блин, уже все на месте, я в шоке. Стрем оф. Оф ПЛЗ, thanks. И один слот остался. На 2 реки, на 24 игрока, да. Теренас, 2 реки. Поехали. Привет, Орионыч, тебя тоже. Вот нормальная игра, и сразу что падение, не то что PUBG. Ну,
Бывает. 100 лет не играл на Рагнароке на большом. Последний раз, кажется, мы играли 2 на 2 с Соколиком, это было очень давно. И нас катнули. Тоже какая-то пара Крео-Вареникус. Вареникус. В общем, профессионалы. Здесь нельзя экспанд ставить, потому что у тебя вместо экспанда... Чрачкет Сапыри поддержал ваш канал на 500 рублей, сообщает. О, Миша, хорош. Я дом свой построил, сегодня его Росреестр зарегал. Доволен как слон. Хорош, поздравляем. Поздравляем, мужик. С 23-м и снова эльфом. Игра мне сегодня благоволит. Хорошо. Самая большая проблема, это что мой сосед, он будет через меня, скорее всего, выходить. А я не хочу на старте сражаться, потому что любой более-менее нормальный человек выиграет времени больше, чем, ну, ты как бы, чем аналогично, если человек будет крипиться. То есть ты, тебе невыгодно. Не, давай пойдем поставим, поставим барак где-нибудь. Ладно, первый ставим на базе, окей. Да тут крипятся зеленые точки только поблизости. Барак уводить с мейна на старте как-то не хочется. О, я не знаю, куда дальше. Возможно, зеленые ближе к центру, чтобы как раз не трогать человека. Но там дальше, после, будет сложнее крепиться, потому что там парочка желтых есть еще поблизости. Посмотрим, короче, посмотрим. Может быть, второй барак здесь запилить? Готово. Рядом с... Да, наверное, я так и сделаю. Попробую второй барак запилить вообще ближе к центру. Но нужно, чтобы... Нужно использовать эльфийскую имбу, чтобы получить преимущество. Ну, давайте. Угу. Второй мануэл. Сразу выведу весь пап, потому что я не уверен, где именно там строить. Но, скорее всего, рядом с желтой точкой, вот рядом с этими троллями, как-нибудь, чтобы можно было съесть и потом пойти. И, в общем. Готово. Вот, а начнем мы с зелененькой точки, наверное, вот с этой. Так, тут просто нужно увидеть, как построить. Хотя он можно даже на две точки замахнуться. Потому что и здесь можно. Да, наверное, так и сделаем. Окей. Так, вы сюда. Постройте лунный колодец. Так, давай-ка отменим так и сделаем БР. Говорим, БР. Дредлорд на старте не очень, но в перспективе хороший герой, конечно же. Приветствую. Согласен. Скоро на охоту. Все-таки сварм. Что на этот раз? Жду приказа. Тут паладин под боком. ПМ Перфект рядышком. Неплохо, неплохо. Умри! Что на этот да. Привет. Не люблю Дредлорда первым. Я готов. Скоро на охоту. Потому что крепиться с ним что тяжело. Смерть. Хотя ему скорости добавили, опять же. Может что быть и зайдет. Раз? Скоро на охоту. Стараемся не вступать в ненужные конфликты. Умри. Жезл Люзи прекрасный. Я даже верну Дредлорда пораньше, пусть арчипы получают. А я смогу тогда что на этот раз? Скоро на охоту. Иллюзию еще подставлять. Согласен. Будет классно. Что нужно, смертный? Готово. Ваш ход. Приветствую. Что я нужно, готова. Смертный? Жду приказа. Четыре арчи, да? Скоро на охоту. Укажите мне путь. Выкопали барак. Что на один. Этот раз? Начинаем. Приветствую. Неплохо, начинаем неплохо. К нему подбираться. Ты угадал мой план. Все-таки я сделаю апгрейд раз? Сначала. Что нужно, смертный? Приветствую. Жду приказа. А потом мунвелл третьим. Укажите мне путь. Привет. Жду приказа. Скоро на охоту. Барак там не выставит. Надо его ретаргетить точно. Что на этот раз? Блин, ух ты. Как? Я же сделал что ретаргет, алё. Почему они продолжали по нему бить? Укажите мне путь. О, вампиризм заранее качать, наверное. Скоро на охоту. Блин, был уверен, что... Ваш ход. Я голоден. Может, на здание нельзя? Что на этот жду раз? Приказа. Что нужно, смертный? Да нет, можно было, всегда можно было. Воины вступили в бой. Так, андет у меня под боком. Охоту. Что ваш на этот ход. Раз? Ты это сам придумал?
Ты угадал мой Мой план. Лук всегда со мной. Скоро на охоту. Крепимся как можем. Кинозойливые люди, да? Что на этот раз? Умри! Да. Что нужно? Мы с горем пополам. Да ё-моё, ну как так-то, ну? Приветствую. Ну кто так? Что на этот раз? Что нужно? Смерть. Я не взял девайс. Приветствую. Неплохо. Укажите мне путь. Ни слова больше. Хорошо. Что на Блин, этот жжет... раз? Блин, я же ни себе, ни людям, ну? Жду приказа. Ни слова больше. Укажите мне путь. Что нужно? Смерть. Жду приказа. Ваш ход. Не проблема. Что Жду на приказа. Этот раз? Укажите мне путь. Слишком просто. Мой лук всегда со мной. Скоро Жду приказа. Охоту. Не проблема. И крипинг запорол, дверчу мне убил, минус телепорт. Ты это сам придумал. Не люблю я таких соседей по фуфа. Мой лук всегда сам готов. Что на Жду этот приказа. Раз? И Мунвелл мне, кстати, один отменил, другой уничтожил. Что Мой нужно? Лук всегда. И ведь не уйти сейчас с базы, понимаете? Что Просто не уйти. Раз? Не проблема. Скоро на охоту. Что Укажите на этот мне путь. Раз? Жду приказа. Выращено. Что Ваш нужно, ход. Смертный? Что на этот раз? Ты угадал мой план. Скоро на Укажите охоту. Укажите мне путь. Хорошо. Что нужно, смертный? Жду приказа. Что на этот раз? Я не знаю. Не хватает денег. Нет, с деревом Что проблемы из-за этого. Смертный. Жду приказа. Скоро Вместо того, чтобы что крепиться, я убиваю, блин, несчастных скелетов. Нага выходит у него. Укажите мне Скоро на охоту. С Нагой сложновато совладать. Жду приказа. Приветствую. Что нужно? Укажите мне Смертный. Путь. Готово. Мой лук всегда со мной. Что на этот раз? Сейчас бы ДК хорошо зашел. Жду приказа. Укажите мне путь. Исследование завершено. Или СХ. Что нужно? Ни слова больше. И что ДК. Блин, вот. Ладно, надеюсь, что у нас будет Пошел время на... Ну, не убьют меня раньше времени. Надо сейчас пойти попытаться забрать артефакт. Скоро Это связочка, я Пошел. Понимаю. Что Укажите мне путь. Смертный. Только нужно крепиться. Да, здесь уже собрали все. Не проблема. Что нужно? Супостаты. Что на этот Ни раз? Слова Блин, больше. Ну, маздриады нужны. Охоту. Мой лук И крепить уже больше нечего. Ну, центр, естественно, но всегда. С такой армией я центр не прокреплю, поэтому... Наверное, нужно магазин отстроить еще. Было. Что нужно? Укажите мне путь. Смертный. Скоро на охоту. Мой лук всегда Приветствую. Со мной. Сюда попробовать сбегать. Всегда со мной. Скоро на охоту. Приветствую. Он там не докрепил все это точно. Укажите мне путь. Что нужно? Что-то Смертный. Могло остаться. Согласен. Да, вот Что он здесь. Что на этот раз? Мой лук Приветствую. Всегда со мной. Ваш ход. Ты угадал мой план. Добрый день. Скоро на охоту. Готово. Что мой на лук этот всегда раз? Со мной. Скоро на охоту. Жду приказа. Приветствую. Все, дриадок. Что на этот раз? Ваш ход, привет. Приветствую. И шумно, словно рысь. Что нужно? Смерть. Сейчас вернемся через Что базу на нашу. Возьмем ТП привет. На случай, если он снова побежит. Что нужно? Что смертный. Привет. Очень настойчивый, Почему настырный Что такой. На этот раз? Прям очень. Приветствую. Что произошло? Что нужно? Ладно, штампуются дриады, магазин доделался. Надо ТП взять. Я даже, наверное, продам... Скоро продам на еще ходу. Один заряд моностилинг, потому что с деньгами есть проблемы. Что на что этот раз? Привет. Так, аболиш можно сделать, пока у нас S. И попробовать выманить какую-нибудь из красных точек Привет. За счет дриад. Что произошло? Это может Привет. Зайти. Что на этот раз? Сложно, но... Стоять что на базе и улыбаться, смертный. Это... О, рифу. Что случилось Скоро на Фэнтези Сторм. Что произошло? Собираем что его. Чем шумят деревья? Что на этот раз? Что случилось Приветствую. В наших местах?
Что произошло? Выходим, выходим, выходим. Шумят деревья. Скоро на охоту. О чем шумят деревья? Приветствую. Что произошло? Ты это сам придумал. Смотрим, можно ли? Да, можно. Привет. Пробуем. Что нужно? Что случилось в наших лесах? Сзади еще приезд идет. Скоро на охоту. Приветствую. Исследование что завершено. Укажите мне путь. Приветствую. Что случилось в наших лесах? Ну и, конечно же, этот приходит. Что понятно все. Смерть. Это вот худший из врагов, на самом деле. Приветствую. Привет. Наши воины вступили в бой. Что на этот раз? Который... под боком стоит, нормально не нападает. Приветствую. Ну, то есть, не, он не будет сражаться сейчас в чистом что поле. Ну, почему я не подрезал еще одну гулю? Привет. Может, и будет сражаться. Что на этот раз? Шумно, словно рыба. Что нужно, смерть? Вампиризм, конечно, заходит прекрасно. Что на этот раз? Исследование завершено. Скоро на охоту. Так, надо готовиться уже. Что на этот раз? Ой, это ошибка. Привет. И став я не купил. Это была ошибка. Что на этот раз? Согласен. Привет. Что на этот раз? Что нужно, смертный? Что произошло? Приветствую. Таю светим, то есть двойное замедление, могу просто не уйти. Что случилось в наших лесах? Так, медведи и гиппосы — это шикарные, шикарное продолжение для второго дредлорда, для второй ауры уже дредлордом. Что случилось в наших лесах? Что произошло? Мой лук всегда со мной. Наши воины вступили в бой. Приветствую. Что произошло? Ждем героя, заказываем третьего. Что произошло? Скоро на охоту. Ты это сам придумал? Привет. Исследование случилось в наших лесах. Привет. И опять же, я не хочу с ним сражаться, скоро, потому что есть гораздо более эффективное времяпрепровождение, понимаете? Что на это? Вот, а у него, видимо, ему, видимо, нормально скоро приходить, отдаваться, но отвлекать меня. Ты угадал мой план. Хотя я сам тут понаотдавался, молодец. Охота начинается. Что на этот раз? Не оставлять следов. Привет. Ну, я пробую. Что там просто люди, наверняка кто-то центра крипит. Славу что леса. Понимаете? Смерть. Наверняка. Привет. Так, ДК выходит. Что на это? Я бы взял все-таки став. И арбу. Скоро на охоту. Ты это сам придумал? Неплохо. Опять он идет. Что нужно? Да блин, ну какой же ты... Какой же ты, какой же ты, а? Я же... Что нужно? Ну я должен. Тут подлечиться должен. Что на этот раз? Труба легиона. Телепортируемся сюда. Скоро на охоту. Не буди его мне зверя. Привет. Поехали. Что на этот раз? Еще героя надо было бы сделать, но у меня Мунвейл он ушатал. Киловар ливает. И вот опять, привет. И вот опять назад, блин. Смерть. А там впереди еще столько красных этих точек, блин. Трубу легиона продаем. Что на этот раз? О чем шумят деревья? Ты это сам придумал? Надо с другой стороны Мануэла ставить, а то же опять с этой перейдет. Что нужно? Ну я пробую, друзья, я пробую. Скоро на охоту. Третий дредлорд, может быть, даже возьмем вампиризм. Третий, потому что... Ну он хорош. Третий вампиризм. О чем шумят деревья? Привет. Урывками пытаюсь все-таки... Что на этот раз? Все-таки выкрепится. Неплохо, что случилось неплохо. В наших лесах? Приветствую. Арча отдается, но она особо здесь не нужна. Что нужно? Смерть. Готов. Да. Наши воины вступили в бой. Приветствую. Привет. Выхожу из лимит. Скоро на охоту. Что случилось? Когти плюс 15. Я снова телепортируюсь. Приветствую. Что нужно? Что произошло?
Что на этот раз? Что нужно, смертный? Что случилось? Сейчас, правда, немного бит. Что на этот раз? У него парочку этих. Что нужно, смертный? Что привет. На этот раз? Поехали. Как же ты меня... Что нужно, смертный? Контролит еще. Зачем контролит, непонятно. Ты слал меня? Что нужно? Это шейда была, как вы слышали. О, второй ДК. Дредлорд счастлив. Что на этот раз? Привет. Что случилось? Скоро с на охоту. Надо идти давить ему. Что на этот раз? Так, ДК лечит ДК, надо не перепутать что только. Он не доконтроливает здесь. На. Что на этот надо добивать его. Ну, достал он просто со своими... Привет. Со своими клевыми штуками. Скоро на охоту. Постройте мне. Что нужно, смертный? Приветствую. Лайта Моркена. Мало времени. Что на этот раз? Убить. Скоро на охоту. Мало времени. Смерть ждет. И завышки. Смертный. Приветствую. Что на. Смертный. Скоро на охоту. Приветствую. Что случилось в наших лесах? Что нужно, смертный? Причем. Что на этот раз? Так, ДК. Да, наверное, даже Dark Ritual. Приветствую. Привет. Я голоден. У меня маны нет. Что произошло? Что нужно, смертный? Приветствую. Что случилось, наш? Скоро на охоту. Так, надо с виспов да заказывать. Ты угадал мой план. У меня ресурсы закончились. Что на укажите этот мне ключевую проблему. Что нужно, смертный? Скоро на охоту. Жду приказа. Что на этот раз? Привет, что на этот раз? Неплохо, неплохо. Бесячий какое. Недостаточно зуб. Ладно, убили. Убили, но какой ценой, блин? Столько времени на него было потрачено. Скоро на охоту. Что нужно? Когда начинать? Что на этот раз? Не буди его мне, зверя. Скоро на охоту. Что на этот раз? Приветствую. Скоро на охоту. Но 2 ДК и Дредлорд — это потенциально прекрасный херокилл. Это неубиваемый Дредлорд. Это может быть очень хорошее продолжение. Но опять же, мне нужно каким-то макаром сейчас это все прокрепить. Понимаете? Прокачать. Мне нужен воздух еще, чтобы меня не убили. Тем более, если у меня будет... Блин, как же... Надо было сразу же сделать. Не могу. Если у меня будут гиппосы, то по воздуху меня очень сложно будет убить. Из-за высокой маневренности и третьей ауры вампиризма. Вот, поэтому... Приветствую. Я думаю, что... Так, это дрядка просто, чтобы штрафовать. Это у меня все какие-то медленные. Выберите другое место. Приветствую. Когда анимейт что будет, а обоих ДК тоже будет неубиваемый. Да, да. Анимейт с Dark Ritual это. Второго я начал Dark Ritual, ну потому что не нужен он. Двойная аура не нужна. Что приоритет на грейды на атаку. И все-таки приоритет еще больше на 2 Ancient of Wind. И естественно он каким-то макаром здесь будет еще пытаться отстраиваться. Что нужно? Скорее всего, будет продолжать харасить, хотя я не видел, чтобы акалиты убегали с базы, и это обнадеживает очень. Хотелось бы мне не тратить время на убийство его, но мне нужно, с одной стороны, и прикрыть экспанд, с другой стороны, и добить его здание. На случай, если это последнее, то те герои, которые сбежали, они... Что на этот раз? Хотя нет, лучше, наверное, армор по лесу. Что на этот раз? С лесом проблемы, но это временная штука, потому что 2 дерева, 3 дерева, учитывая. Да, все, потерпел поражение. И главное, героев еще увел, чтобы я опыт не получил. Вот, засранец, 1, 2, 4, 3.
Просто, если ты слушаешь, засранец. Реально, смертный. Ты и себе игру испортил тем, что в тупую просто скоро приходил. Привет, а не крепился. И меня очень сильно затормозил. Так, телепорт. Блин, я же на него еще два телепорта потратил. Скоро на охоту. Готово. Да, я вот сейчас думаю, гиппосы, не гиппосы. Я думаю, что надо выходить из лимита почти сразу. Что нужно, смертный? Скоро на охоту. Ну, как только эксп достроится, вот этот вот. Приветствую. Точнее, начнем добывать. Что на этот раз? Что нужно, готово. Смертный? Так, здесь я добил. Давайте попробуем центр. Но в центре... Ну, хотя есть там возможность скоро еще. Всегда есть вероятность, что, что еще не добили там раз. Люди. Что нужно, смертный? Приветствую. Дредлорд. Смотрим, вот здесь воздуха нет. Да, свеженькие трупы. Здесь ты воздух, кажется, да? Придумал. Да, тоже все закреплено. Ну, вот я про это же говорю. Скоро на охоту. Я мог так давно придумал. Быть тоже согласен. В центре. Блин. Все поиграно. Что нужно? Покреплено. Приветствую. Скоро на охоту. Понимаю, что мне обкип, и... Давай сразу, чтобы не пропустить смертный. Этот момент. Скоро два гиппоса охоту. Есть. Третья аура вампиризма. Третья раз. Аура вампиризма. Что нужно, это уже большое подспорье. Смотрим, неплохо, может, здесь что завалялось. Неплохо. Хрен с два. Скоро на охоту. Проходим дальше. Приветствую. О. О чем шумят деревья? Готово. Что на этот раз? Это очень хорошо. Что нужно, смертный? Это очень хорошо. Так, привет, отводим дредлорда, чтобы деки качались. Придумал. Скоро на охоту. Так, второй грейд на атаку. Приветствую. Жалко, деки не могут себя лечить. Ой, в смысле, не себя, а медведей. Так, здесь вторая аура. И... Флейта прозрения, хороший артефакт. Второй койл. Не буду тратить время, лучше один риджив закину сюда. Скоро на охоту. Достраиваем гиппосов, доделываем грейды. Сразу поставлю еще парочку бас, но без фанатизма, без вкладывания ресурсов в защиту. Скоро на охоту. Идем, проверяем, вдруг... Что опа, здесь дриады. Фигня, Крео. Скоро очень битый, мне он не нужен сейчас. Что на этот а, он идет ставить базу, окей. Что нужно? Нет, мне нужно просто подкрепиться. Я пока не хочу никого агрить. Что на этот раз? Скоро на охоту. Что нужно? Амулет энергии. Хорошо. Привет. Передаем сразу дредлордам. Что нужно, смертный? Пробуем еще кого-то там подкрепить. Так, здесь, скорее всего, мне базу убьют. Вот и здесь надо в первую очередь попробовать поставить. Охоту. Так, тут уже, да, что тут женычка. Ну, теперь на Крео, как вы видите. Дальше постепенный выход в Химер, естественно. Что на этот раз? У Крео скоро очень слабенькая охоту. Армия. Что нужно, смертный? Ну, из скоро того, что я вижу, по крайней мере. Приветствую. Что нужно, смертный? Химеры очень нужны наши для того, чтобы быстрее С, Б, С, Б, С. Скоро. Ой, видите, контролят. Привет. Не лыком шит. Что нужно, смертный? Что на этот ладно, раз? Поехали на него. Так, парочка талонов. Химерницы. Ну, мне кажется, что его на мейне просто убивают. Так, здесь Фэнтези Стоун. С кем-то сражается. Скоро на охоту. Хотелось бы посмотреть, конечно, кто там у нас. Ага, Undead. Я бы приписюнился, как сказал бы Соколик. Прилетел на крыльях ветра. Наши воины вступили в бой. Скоро же я криво все делаю. Да, и телепортируется Undead. Что нужно? Тут, к сожалению, ничего не осталось. Исследование завершено. Незачем. Так, делаем апгрейды. Не хватает дерева. Фэнтези Сторм ливает. Это еще потенциально одна база. Что на этот раз? Здесь Крео ищет, где нычку поставить. Видимо, его тоже вжухнули. Так, давай здесь еще респов добавим. Зачем ты убиваешь, Вась?
Ты готов. Проверяем соседей. Что на этот раз? Я готов. Да, здесь Шегин. Шегин, которого я без химер не пробью. При всем желании. Заказываю пока химер. И, наверное, вот я не знаю, что делать дальше. Понятно, здесь мы заказываем 5 виспов. Возможно, халява поставить эту базу. Мне кажется, что надежнее сделать нычку здесь. Соответственно, мне нужно ушатать магазин и отправить сюда виспа, чтобы быть готовым ставить базу. Шегин очень привлекательная цель, потому что он отстает по... Так, надо медведя ушатывать. Уже одного. Или выйти из лимита. Блин, может реально выйти из лимита. Так. Крео откроется, у него последнее здание. И вот здесь он отстраивается. Давай, Крео опасный противник. Попробуем его добить. Скоро на охоту. Привет. Я готов. Скоро на охоту. Я понимаю, 80 лимита этого. Не очень хорошо. Так, химерки. Приветствую. Добываем здесь, готовимся делать, леса не хватает. Добиваем здесь, и вот это вот нужно добить. Ну, лучше, чтобы не было Крео. Такой вот я добрый. Это плохо. Хотя это шанс просто сражаться нормально. Привет. Какого лешего он пришел ко мне, правильно? Я не успею. Странно. Два койла минус. Сейчас еще инфернальчик сверху. Два койла. Сварм. Шагин пишет ГГ. Но базу он не забрал, конечно. Так, есть третий койл. Делаем летающих талонов. Вот сейчас можно уже от медведя, от одного избавиться. Вообще земля особо не нужна, учитывая инфернала. Я бы от двух медведей избавился. Блин, не хочется сглазить, пока все довольно хорошо идет. Химеры идут лечиться. Талоны взмывают воздух. Да даже достроить одну лишнюю химеру или достроить гиппосов до пачки было бы полезнее, чем сейчас сделать. Надо телепорт забыть купить. Останавливаем здесь, строим тут. Здесь Фэнтези Сторм, да? Химерами здесь очистить, сразу виспа туда послать. Что нужно, смертный? Значит, ТП. Скоро на охоту. Приветствую. Ну, я бы подхарасил по центру. Денег еще что-то маловато. Ну, потому что нычку убрали, потому что апкип был, я не... Здесь сожрем. Здесь сюда. Тут пытаемся убить. Неплохо. Это реинфорсмент, а не Фэнтези Сторм. Скоро на охоту. Что нужно? Реинфорсмент — это очень опасный противник. Они с Крео, на мой взгляд, на одном уровне находятся. Так, ну хорошо, что у нас сварм работает по... Ой, я третий грейд на атаку не сделал. Так, значит, здесь мы заказываем 1, 2, 3, 4, 5. 11 косарей, 5, говорю. Что на этот раз? Тут добиваем. Особо много воздуха что делать не надо, потому что с третьим вампиризмом ты уже как бы молодец. То есть у тебя уже что преимущество есть хорошее. Ты угадал мой план. Так, что здесь парочку, хорошо. Сейчас имеет смысл, наверное, затариться. Привет. Потому что сейчас начнут деньги появляться. Тут мы все равно все... Химерами убьем, опыт получим. Ну, одному ДК там капнет опыт. Здесь из полезных ничего. Ой, ё-моё. Таурен, блин, кто это у нас? Смайл. ДК, ой. Согласен. Вообще изи убивается, но я не хочу без химер сражаться. И Крео ливнул. Угу. Ну, было понятно, что
как бы у него последнее здание. Скоро на охоту. Привет. Так, ладно. Что еще? Свитки. Что на этот свитки, раз? Третий грейд на армор. Возможно, тут базу построить. Но мне хочется все-таки затариться. Ботинки нужно купить, свитки нужно купить. И ауры нужны. Приветствую. Последнюю гули добиваем. Да, прибавляется немножко экспы. Так, сейчас пойдет работать все эти 5 баз мои. Исследование завершено, делаем еще грейд последний на армор. Выдвигаемся потихонечку в центр. Сапоги всем. По свитку каждому. Желательно инвула бы еще сделать, конечно. Но это так, опционально. Ты это сам придумал? Скоро на охоту. Да, свитки есть, ботинки есть. Начинаем. Что затариваемся. Фален подчеркивает. Фален Темплар, привет. Поддержал ваш канал. Шреддер есть, надо куда-то вот сюда. Шреддер мне поможет. Да ладно. Я не успею тут ничего сделать. Просто... Скоро на охоту. Просто пришел чувак и химерами убил мне шахту. Что нужно, перехватываем его. Одну химеру мы только у него забрали. Что нужно, амулетов с полшилд как вариант можно сделать. Что на этот раз? Так, Шреддер взять. Шреддер где-то... Блин, а где же он здесь есть? Там, вот он. Что нужно, смертный? Установить нычку надо. Попытаться. Карта здоровенная просто. Готов. Что на этот просто огромная. Что можно взять? Амулетов спелл вряд ли. Вот, что ауру. Ауру тауреновскую. Это очень хорошая тема. Еще 10% к мобильности. У нас будет 40% мобильности на третьей ауре. Здесь забираем. Вообще сейчас нужно думать, кого убивать. Потому что... У нас с вами вроде как герои хорошие. Так, ты взрывайся. Хеленвард может быть. Плюс 15 когти. Плюс 15 может быть. Ну, я не знаю, полчасика где-то еще. Ой, тут у нас уже эльф с пандой причем. Но я готов посражаться. Хотелось бы. Попробуем. Его довольно мало, да. И он... Приятно. Подышал он на меня. Так, здесь не строим виспов. Виспов уже берем с мейном. Этого сюда. Раз, два, три. Скоро на охоту. Привет. Идем сюда лечиться. Что на этот ищем раз? Хороший артефакт. Нам еще пригодилась бы аура паладина. Что там еще могут быть? Барабаны могут быть хорошие. Трушот может быть. Может быть, кстати, трушот. Ну, химеры, по крайней мере. Приветствую. 10%. Что нужно? И надо сейчас правильно выбрать следующего товарища. Приветствую. Правильным образом выбрать. Сайленс, но мне не хватит, скорее что всего, на... Беру пока когти плюс 15. Здесь смотрим, кто. Just quit. Орк мне не нужен. То есть орк это худшее... Худшее из возможных вариантов. Что по текущей армии, по моей. Нычку отменю. Ну вот можно андеда, вот повыше, вот этого андеда можно попробовать штампануть. Скоро на охоту. То есть мне нужно как-то сейчас опыт получать. А ох, СМФ. Опасный барсук, опасный. Что на этот раз? Смотрим, телепортируется, нет. Что нужно, смертный? Согласен. Пойдем. Ты это сам придумал? Приветствую. Но он как будто собирается сражаться. Что на этот раз? Да, Демон Хантер. Скоро на охоту. Что на этот раз? Что сейчас нужно, посмотрим, что смертный у него там. Что на этот раз? Приветствую. Грамотные, конечно, магазины. Все как надо.
Диму надо кайлами на старте закидывать. Все сразу же. Что на этот раз? Ты угадал мой план. Приветствую. У него не очень серьезная армия, на мой взгляд. Но два демон хантера. Какого уровня? 6 есть. Что нужно? Смерть. Приветствую. Что нужно? Смертный. Смотрим. Пока из лимита выходить не хочется, потому что... Скоро на охоту. Что нужно, смертный? Ты это сам придумал? Скоро на охоту. Что на этот раз? Позиция плохая. Что нужно, смертный? Мы что, герои что далеко. На этот раз? Но сразиться я с ним хочу. Ты угадал мой план. Что на этот раз? Он старается выйти из лимита гаргами. Скоро на охоту. Приветствую. Что на этот раз? Гарг у него немного. Согласен. Скоро на охоту. Вроде как немного. Ты это сам придумал. Приветствую. Что нужно? Телепортируюсь, потому что Димы с ультами. Что на этот я все равно хорошо подрался. То есть гиппосы склевали почти весь воздух. Химеру мы потеряли одну. Неплохо. Ой, две. Неплохо. Нет, одну. Одну нормально, одну это нормально. Я думаю, надо сейчас, пока не поздно еще, заказывать нормальный продакшн, потому что... Приветствую. Вот, и мы получили опыт. Много опыта получили на этом всем безобразии. Потратили, правда, в свитки все. Давай, ставь так. Вот, у него, конечно, ситуация похуже. Надо идти в центр, да закупаться. Здесь делаем так, делаем так. Скоро на охоту. Да, заказываем еще гиппоса одного. Что нужно? Может быть, талоны. Ну, талонов много не надо, просто как маркер, чтобы был. Что на этот раз? Так, свиток сюда, свиток закупаем сюда. Непривычно, что ты андет и не можешь у себя свитки дома что закупать, нужно, потому что ты эльф внезапно. Чем могу помочь? Мое терпение наконец. Так, потом сюда, сюда, сюда. Здравствуйте. Для воздушных сражений самое то что делать, смертный. Ну, штамповать и закупать свитки. Ресторейшн есть еще один свиток, очень хороший. Арбу можно приобрести, тем более, что мана тебе уже особо не нужна. Давай так, так. Все, и идем к нему. У нас опять три химеры должно быть, да. 80 лимита ценного. И сейчас идем к нему. Я совершил ошибку, что оставил тут кого-то по пути. Это, ну, это минус. Что нужно, смертный? А, СМФ, стоп. Другое место. Вот у него тут. Скоро на охоту. Тут у него еще одна база. На этот раз. Скоро на охоту. Там его штурмуют. Что на этот раз? Волков бегает. Ничего себе там. Там какая-то жара. Вы видели? Скоро на охоту. Что на этот раз? Приветствую. Ты угадал мой план. Ты это сам придумал. Отстань, с тобой приходят стримопалы. Скоро на охоту. Надо их записать просто. Неплохо, неплохо. Приветствую. Что нужно? Дредлорд у нас все-таки встретим с фармом. Что на ладно, этот я действительно раз? Не буду СМФом убивать, потому что... Что нужно? Потому что у меня еще соседи непонятные. Приветствую. Надо обнаружить. Вот, пожалуйста, еще один андед. На этот раз? Что нужно, смертный? Ты угадал мой план. Что на этот раз? А может, это манип такой? Приветствую. Может, меня только что сейчас заманипулировали, как маленькую девочку? Приветствую. Что нужно, смертный? Смотрим на Санту.
Вижу, 7 ходит строем. Такой нормальный, 23 февраля, все дела. Приветствую. Не, ну это не армия, конечно. Смерть. Это не армия, потому что... Согласен. Инфернал так, так, так. Скоро на охоту. Что нужно? Телепортируется. Санта пытается ливнуть. Ловит два койла просто. Жесть. Скоро на охоту. Что нужно? Смерть. Да, тут мы без потерь особым. Так, сзади подходит еще один друг. Скоро на охоту. Что на этот раз? Приветствую. Что на этот раз? Хорошо, этого следующего можно убить. Что хорошо, экспа идет раз? Сейчас. Что нужно? Смерть. Добиваем. Еще есть 4 базы. Я не знаю, кто их занял, но надо было, конечно, сейчас прокидывать койл-койл в этого блейда. Но вообще нужно убивать вот этого товарища. У него там и герои жирные. И, ну, не такие жирные, как... Чтобы с лимитом справиться и с моими тоже. Что на этот раз? Поэтому оставляем сейчас Санту, потому что не обязательно сейчас тратить на него время. Что на этот раз? Я голоден. Я что нужно, смертный? Неплохо, неплохо. Провоцируем. Скоро на охоту. Что нужно, смертный? Рычим. Что на этот раз? Приветствую. Что нужно? У него нет вампиризма, к сожалению. Что на этот раз? Это минус. Грейд, правда, у него только тут закончился нормальный какой-то. Что на этот раз? Согласен. Дредлорда хрен убьешь. Вообще. Скоро на охоту. Ладно, поехали, короче. Сколько можно ждать? Правильно? Что на этот раз? Воплощение тьмы. Привет. Ты звал меня? Трехочковый. Что нужно? Склевали химер. Никого привет. Опять не потеряли. Но зато опыт получили. Скоро на охоту. Good timing. Что на этот раз? Ну. Извините. Что нужно? А, нет, химеру я потерял. Терял химеру. Сейчас необходимо сделать разведочку, посмотреть, кто здесь. Все гипсоздаем. Что на этот раз? Ты добить вот план. Этих двоих. No chat, блин. Наши воины вступили в... Так, здесь орк, just quit. Тот, который пытался по центру нычку поставить. Но у него может быть ситуация очень хорошая, потому что... Золотой рудник. Just quit, just quit. Заканчиваются шахты. Надо поставить здесь, поставить здесь. Можно даже попробовать поставить скоро здесь. На охоту. Что нужно, смертный? И реинфорсмент рядышком. Летает с дирижаблем. Вот. Приветствую. Повезло, повезло мне. Что нужно? Приветствую. Повезло с соседями. Что нужно, смертный? Ага, здесь как раз Just Quit убивает реинфорсмента, окей. Реинфорсмента пробуем собрать здесь. Скоро на охоту. На руках 12 косарей, это очень радует меня. Приветствую. Скоро на охоту. Пытался эвакуировать рабочих. Скоро на охоту. Согласен. Хороший знак, значит, можно избавиться от реинфорсмента, а потом, собственно, с... Ну, сначала его добить, потом орка убить. Наверное, в такой все-таки последовательности надо действовать. Ну, понятно здесь. Что на это, да? Как раз надо химеру штампануть против орка, там тауренов миллион. Что нужно, смерть? Что на это,
Пока собираются собираюсь с мыслями, пойду. Можно сейчас из лимита на самом деле выйти. Хотя, опять же, благодаря героям мне особо и не нужно это делать. Тут не достроены ни протекторы, ни виспы. Готово. Дэм. Что нужно? Смотрим, что есть. Ну понятно, да, вот он орк. Пятый жук. Не внушает он. Я готов. Ужаса пока что. Приветствую. Химерок надо бахнуть, просто из лимита выйти будет, и все, и штампануть его. Этот раз? Здесь, кроме большого инвула, особо нечего делать. Возвращаем, что в общем, героев. Здесь тоже виспа не хватает, надо быстрее. Агермент 88 подчеркивание поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Ну что, выходим из лимита? Можно колодцы, да, выходим. Нужно? Можно, но непонятно где просто. Я боюсь. Нет, давайте я не буду выходить. Сейчас как раз две нычки доделываются. Я лучше пойду, не знаю, вот орка здесь подомогаюсь. У него нычка, ну вот он здесь начинает выстраиваться, потому что нычки у него заканчиваются. Рассказывай. Так, фрю открывается. Фрю, фрю, фрю. Что на этот раз? Приветствую. Готов. Скоро на охоту. Медведь страдает, конечно. Что на этот раз? Просто, ну, реально, вроде как мне не... Скоро на охоту. Не нужны сейчас. Приветствую. Хотя я его быстрее смогу убить. Нет, ладно, выходим, короче, все. Я готов. Тайминговый выход из лимита. Что на этот раз? Приветствую. Скоро на охоту. Я готов. Рассказывай. И он телепортируется. А это опасно. Что нужно? Смерть. Уходим, смотрим. Батки, да? Ну хорошо. Что на этот раз? Я воплощу нежу. Приветствую. Что на этот раз? Ладно, поехали, короче. Ты угадал мой план. Что нужно? Был форсир, успел. Что на этот раз? Рестор, пожалуйста. Скоро на охоту. Форсир, еще разок койл. Ага. Что на этот раз? Да, добиваем свободным. Надо переходить реально онли в героев. Что их закупать. Хотя, опять же, химеры помогают быстро убивать вражескую базу. Универсальные такие бойцы. Почему бы и нет? В конце концов, да ведь? Так, а мейн орка здесь, да? То есть мы просто идем сюда. Он там достраивает... Достраивает еще баток. Мы мимо реинфорсмента пролетаем. А он же еще живой. Понимаете? Он еще живой. Скоро на охоту. Бата, койл-койл надо. Тут попробуем что алтарь забить сразу же. Приветствую. Медведь тактический, такой с рыком. Скоро на охоту. Приветствую. Батку футболим. Скоро на охоту. Приветствую. Что на этот раз? Лечится, молодец. Что нужно, смертный? Наши воины вступили. ГГ он пишет. ГГ. И что выходит. Осталось добить реинфорсмента, и тогда у нас получается с вами, ну, более-менее вокруг что врагов смертный. В эту сторону нет. О, отлично, у меня до сих пор Nature Blessing нет. Такой фейл. Так, где там виспы? Ага. Переводим куда? Ну, нужно защищать. Наши воины вступили. Что в там бой. За... Выберите другое. Скоро место. На охоту. Нормально. Что на этот раз? Скоро на охоту. Что нужно? Реинфорсмент отдает мне героям. Что нужно? Ну, не очень слабенькие герои. Что на этот он как будто раз? И не здесь даже. Вполне вероятно. Что нужно, смертный? Подводим под медведем, потому что два грейда на атаку. Рык — это два грейда на атаку. Что на этот раз? Так, хорошо, 96 лимита, денежка на руках есть.
центральные базы частично защищены. Я бы сделал еще пару талонцев, на самом деле. Скоро на охоту. Исследование завершено. Нет, одного. Что нужно? Смерть. Я сейчас потратил. Вот, реинфорсмента надо, конечно, по-быстрому скоро тоже ушатывать. В результате, кроме СМФ, у меня поблизости нужно? Никого. Можно попробовать. Что на этот раз? Я бы сбегал сейчас, пока есть пауза, и химеры разбираются с базой реинфорсмента. В центр закупился, потому что, опять же, ни одной короны. Например, заканчиваются базы, не только у меня, это стандартная ситуация. Особенно важно сейчас переходить в центр. Готово. 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 Скоро. Готово. Приветствую. Главное, химерок не отдать, я, наверное, к ним гипсов отведу, потому что толку от них на закупке никакой, а так прикрыть смогут. Ну, чуть что. Так, здесь у нас снова когти плюс 15, но у меня не те герои, которые с руки нормально бьют. То есть они и не быстро бьют, и без обилок, поэтому можно второго инфернала приобрести. Два инфернала это... Да, reinforcement минус, хорошо. Так, смайл, фрю... Так, а фрю у нас фиолетовый, да? Вот наверху у него мил. Никак не добьют. Что здесь берем инфернала, и надо двигаться. Привет, сейчас тоже вперед. Пока 100 лимита, пока все ок. Как не может? Как не может? Слышишь, дерево? Он решил обойти так по-хитрому. Что нужно, смертный? Да нет, ничего у меня. Ну, я в любом случае иду на реинфорсменты, потому что, ну а что? Тут больше никого нет. Что на этот раз? Что нужно, смертный? Скоро на охоту. Что на минус химер в том, что они медленные. Ну, хотя все сич, наверное, медленные. Смертный. Проверяем, что у него. Ё-моё! Так, тут волков. Что на этот раз? Волков с героями. Нужно, герои непростые. Я думаю, что через центр надо идти, раз реинфорсмента тут мейну шатали, скорее всего. Давайте тогда добавим еще гипсов парочку. Готово. 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 Что нужно, смертный? Скоро на... И надо убивать просто центральную базу. Вот кто строит готово центральные базы, тех убиваем. Вот. Скоро это на первое, охоту, например. Раз. Приветствую. Волк как раз с гипсами со своими. Готово. Что на... Ой. Этот раз? Ты это сам придумал? Блин, медведя жалко. Скоро на охоту. Приветствую. Ой, как я плохо. Минус блейд. Ну, потому что он подошел тут зря так. Но он мне ушатал 20 лимитов воздуха, к сожалению. Я знаю, что у него здесь по центру должны быть нычки, поэтому пойду-ка я их ушатывать. Ну, два левела, правда, я тоже там что-то поубивал у него. Не знаю, что, правда. Дредлорд 10. Устанавливаем ману, идем сюда. Что на этот раз? У меня вообще гипсов нет. Что нужно? Видим, благодаря Фэри Фаеру, где он. А, тут уже Undead, смайл. Приветствую. Шреддер закончил добычу. Надо его перевести. Что нужно? Тинкер? Что? Смертный. Куда бежит? Вот это интересный. Скоро молодой человек, видели? Согласен. Такой. Что целеустремленный. Сколько денег? Вообще нету. Что нужно? Денег нет. Что на этот раз? Там и нога битая. Приветствую. Ты угадал мой план. Наконец-то. Что нужно, смертный? Что на этот раз? Ты это сам придумал? Приветствую. Скоро на охоту. Что нужно, смертный? Ну, давай попробуем. Что нужно, смертный? Скоро на охоту. Приветствую. Где блейд? Я не вижу блейда. Я слышу его, но не вижу. Священная роща осквернена. Наши воины вступили в бой. Приветствую. Так, у меня проблемы на мейне. Ну-ка, прилетел. Тот самый с химерами, блин. О, ненавижу. Я готов.
Приветствую. Ладно, заказываем еще гипсов. У нас проблема с... И здесь тоже проблема. Короче, нужно дерево. Что нужно? Нужно пытаться прикрыть. Скоро на охоту. Священная роща осквернена. Минус мейн. Делаю еще один. Что на этот раз? Мунвеллы нужны в большом количестве. Желательно в таком месте, где более-менее защита есть. Приветствую. Ой-ой-ой. Что это я делаю? Как здесь оказался ДК быстрее всех остальных, я не знаю. Косяк. Приветствую. Скоро на охоту. Что нужно, смертный? Скоро на охоту. Блин, он же такой себе, ну. Приветствую. Ну давай сражаться, чё ты? Начинается. Скоро на охоту. Что нужно? Ой, ДК. Сражаюсь, называется. Согласен. Готово. Он просто тыкает в героев и все. Привет. Старфол. Выберите другое место. Что на этот раз? Скоро вижу тебя. Приветствую. Блин, сейчас молоток полетит. Ты это сам придумал? Так, ну у меня нет антиэйра никакого. Я сейчас могу отлететь просто. Мне нужно срочно и выискать таверну. Хрен его знает, где она. Где ближайшая. Ближайшая, вот она здесь. Как-то попытаться отстроиться. Я не знаю как. Приветствую. Неплохо, неплохо. Ты это сам придумал? Согласен. Ты это сам придумал? Клятва дана. Приветствую. Скоро на охоту. Так, теперь Т2 мне нужен. Антиэйр хороший нужен. Готово. Что нужно? Восстановить ману нужно. Мне же с приоритетом ману восстанавливать надо, а не ХП. Но в мануэлах мы это сможем сделать. Отстраиваем еще 3 алтаря. Древо выращено. Древо выращено, это Ancient of Windy. Скоро на охоту. Блин, как же ты бесишь, а? Смертный. Я готов. Что на этот раз? Скоро на охоту. Что нужно? Так, мне немножко есть времени, чтобы... Согласен. Что на этот раз? Чтобы подготовиться к его следующему приходу. Скоро на охоту. Так, какие у нас еще варианты? Значит, ты сюда, понятно. Здесь надо подзаказать. Готово, сразу готово. Сюда. Приветствую. Восстанавливаем. Нет, не будем, наверное, так. Здесь так. Скоро 4. На маловато, охоту. Наверное, 4. Еще виспов сюда. Надо срочно виспов 1 000 000 заказывать. Исключительно ради продакшена. Так, вы тоже, пожалуйста, сюда. Ты пошел, ставишь базу. Потому что надо и разведывать, и, соответственно, проверять. Тут ману собираем. Тут надо подчинить. Достраиваются 3 алтаря. Достраиваются гипогрифятни. Что нужно? Еще один Ancient of Wind. Еще один. Что на этот раз? Еще один. Скоро на охоту. Приветствую. 50 лимита, блин. 50 лимита. Священная роща. Ага, он здесь уже. Ты угадал мой план. Готово. Что нужно, смерть? Пробую добежать. Ну, надо мириться с тем, что эта база у нас отойдет. Согласен. Священная роща осквернена. Что на этот раз? Ты угадал Слип. Мой план. Согласен. Отпусти, ты угадал мой план. Да ладно. Согласен. Нельзя сражаться. Что на этот раз? Скоро на охоту. Класс. Двойной телепорт. Это наше все. Точка сбора неправильная. Гипосы отдаются. Священная роща осквернена. Все, мне то есть срочно пора уже отдыхать. Ты звал меня? Гипосы сюда. Готово. Еще гипосы. Заказ. Готово. Он сейчас придет сюда. Надо спасти виспов.
Да, стать Дредлордом. Я воплощение тьмы. Ну, от фокуса химеры очень быстро умирают, это нормально. Да воцарится. Ну, я еще не доконтролирую дичайшим образом, естественно. Что на этот раз? Так, все, сейчас как уже будет нормальный лимит придумал? По воздуху. Привет. Уже 74, это радует. Так, надо этих сюда. Даже, наверное, вот так попробовать. Что на этот раз? Что видите, зато меня не наказали базом. Смертный. Согласен. Приветствую. Ты это готов. Сам придумал. Блин, я отступил, он как будто знает, где вот атаки. Что на тайминговые. Этот раз? Так, мне скоро нужен телепорт, нужен магазин, нужны свитки. Что пробуем нужно? Затариться. Смертный. Привет. Ага, вот он здесь. Что приветствую. Неплохо. Что на этот раз? Нормально, он все вкидывает в Дредлорда. Слип. Минус весь воздух. Что на этот раз? А, можно было потму убить. Если б я успел. Так, у нас перебор по понятным. Волков здесь. Ой. Сейчас начнется. СМФ еще живой, который... Я не знаю. Ну, говорит, ГГМ дед. Ну, что ж ты... На этот раз? Ладно. Что ГГ, в общем, ГГ. Скоро на убивает четырех гипсов. Приветствую. Что нужно, смертный? И шахта должна уже, да, быть готова. Виспов не нужно. Лучше Шредера, скоро, конечно, взять. Охоту. Паладиновская аура пригодится. Что нужно? И надо нижнего эльфа пытаться взять. Что на этот возможно, раз? Второй свиток еще. А, нет, свитков у меня предостаточно. Талонами взлететь. Что нужно? Кто остался? Много еще что остался. Волков с хорошим раз? Лимитом. У меня, как видите, проблема все еще есть с... Что нужно? Смерть. Так, Шредер. Шредер, где же он был там? Пойдем Шредера брать. Химерниц нет, тоже большой минус. Ну, потому что Т3 нет, как бы вот и нет химерниц. Что нужно, смертный? Скоро на охоту. Ага. Приветствую. Вижу. Ты звал меня? Да начнется битва. Скоро на охоту. Я готов мстить. Что на этот раз? Скоро на охоту. Готово. Согласен. Мое терпение истощилось. Приветствую. Что нужно, смертный? Да, конечно. Скоро на охоту. Смотрим, куда. Ага, нужно, все, это хорошая смертный. Цель. Здесь нук еще дерево прячет. Ну вот это прекрасно. Скоро на охоту. Приветствую. А, он себя убивает, хорошо. Тогда нормально. После ГГ такое делать. Так, а вот и эльф у нас. Вполне вероятно, придется сейчас. Что нужно? Нет. Нельзя здесь заказываться. Как раз можно пока использовать то, что виспов мы в свое время нас. Так, собираемся. Готовимся. Скоро. Не-не-не-нет. Готов. Черт. Поехали. Скоро на охоту. Надо панду ушатывать. Что нужно? Т3 мой делающийся забрали. Что на этот раз? Что нужно, смертный? У меня еще нет лорницы. Лорницы скоро нет, потому что Т2 нет. Господи, как же все не очень. Что на ага, вот он раз? Здесь готовится. Ты угадал мой план. Ну, мне что нужно панду слипать смерть? И вперед идти от... сражаться. Неплохо. Приветствую. Панда слип. Согласен. Работаем. Дальше инфернала сюда. Койл. Слип обновляем. Свиток один. Свиток второй. Сварм. Панду слипаем. Свиток третий. Лечим плейда.
воздуху выиграли. Что на этот раз? Я в облачении тьмы. Ну вот, минус весь воздух. Я потерял 16 лимитом. Подлечимся. 10 ДК. Приветствую. Так, хорошо. То есть... это последний, на самом деле. Если СМФ мертв, Фрю тоже мертв. Нук мертв. Остался, по сути, только волк. Приветствую. Вот он. Священная роща осквернена. Ладно. А, мне нужно доделать Т2, сделать что лорницу, потом сделать смерть. Т3. Приветствую. Я без ТП, это плохо. Блин, такая долгая игра, черт. Я там Женя заждалась. Этот раз? Приветствую. Что нужно? Ну, у него панда не работала всю битву. То есть там ключевое — это кинуть винные пары. Для того, чтобы кинуть винные пары, нужно... Скоро на охоту. Приветствую. Нужно кинуть их. Как подсказывает Кэп. Не хочу эту базу отдавать. Давайте попробуем. Что нужно? Приветствую. Панду штрафанули. Сразу койл. Скоро на охоту. Что на этот раз? Еще бы этого забить. Что на этот раз? Идем к панде. ГГ пишет фрю. Панда ультует. И уходит в инвиз. Что на ну, за панд дают опыт, поэтому почему бы и нет. Так, фрю ливнул. Короче, мне нужно сделать Т3, сделать две лорницы, одного медведя, соответственно, для рейка. Есть СМФ развивается, как вы видите, вовсю. У него и алтарь есть, и шреддер есть, все у него есть. Потом надо штампануть химер. То есть у нас вроде как все ок. По-хорошему нужно, конечно, ставить базы против часовой стрелки, потому что там, скорее всего, никого. Что мы дошли вот до сюда аж, и вышел человек. Я голоден. Вот, может что быть, стоит прийти это? Забить на СМФ и пока что. Хотя алтарь надо ему убить. Нет, надо добить эту штуку, потому что, возможно... Что на этот раз? Да, ну вы поняли, скоро в общем. Вы все поняли. Священная роща у меня уже бинды сбиваются, понимаете? Ну, конечно, вот это вот очень люблю. Ну, если ты пишешь ГГ, то ливай. Не надо... Не надо... Это скоро на охоту. Просто затягивание, ненужное абсолютно. Я понимаю, что тебе весело, но если уж ты написал ГГ, то будь добр, пожалуйста, ливни из игры. Скоро на охоту. Не надо там бегать, харасить из последних сил, типа. Сейчас еще искать твои здания. Ну, серьезно. Что если что намерился там гадить, то, по крайней мере, не пиши ГГ. Скоро на охоту. Ты звал меня? Что на этот раз? Приветствую. Скоро на охоту. Так, у нас есть лорницы. Это хорошо. Одного медведя. Что нужно, смертный? Что на этот раз? Первая корона королей. Хотя она такая. Что нужно, смертный? Не факт, что нужно. Не, нужно. Ну, еще аура скоро здесь. На охоту. Да, сейчас нужно сделать... Приветствую. Скоро на охоту. Есть еще 4 виспа, нужно достроить. Желательно починить еще дерево. Надо добивать людей. Я не знаю, у кого там есть еще хоть какие-то... Нук минус, СМФ, скорее всего, минус. Волков умер. Рейдсворд Фасмент выходит. Скорее всего, ни у кого уже нормального лимита нет. Что ты рычишь-то, Миш? Что на этот раз? Все, древо выращено. Делаем сразу химерниц. Блин, БЦ, да? Выберите другое место. Да, БЦ. Выберите другое место. Лучше еще побольше сделать их. Золотой рудник скоро иссяк. Что на этот раз? 10-10-10 герои. Что на этот раз? Ресурсы есть. Приветствую. Что на этот раз? Единственное, вот волк меня беспокоит. У него, видите, мунвелла с запасом. Смертный. И воздух он может отстроить. Что нужно, смертный? Что на этот раз?
Может, сейчас еще гипсов, да? Что? Хотя я и так должен справиться. Два свитка есть, десятый герой есть. Главное, панду не пускать, и все. Не, надо химер делать, чтобы быстрее убивать. Скоро на охоту. Я даже вытащу парочку еще этих. БЦ. Выберите другое место. БЦ, говорю. Что нужно, смертный? То мы полчаса будем ковырять с Эммануэлом. Ага, он сзади подходит. Что нужно, смертный? Что на этот раз? Что нужно, смертный? Приветствую. Готово. Пять химерниц, это уже нормальный продакшн. Приветствую. Смотрим. МК Нуковский бегает еще. Готово. Живой. Что? Ага, вот он. Подаем шой. Панда, что он дает последний раз? Бой. Я не хочу сейчас с ним сражаться. Скоро на охоту. По понятным причинам. Что на этот раз? Я воплощение тьмы. Скоро на охоту. Что на этот раз? Ну что ты делаешь, Миш, ну? Что нужно? Беги уже смертный в ту сторону. Заказываем еще талончик. Что на этот раз? Заказываем еще химерок. Ну, чтоб 100 лимита было. Тут. Что на этот раз? Вообще связка героев топовая тоже. Что на этот раз? Скоро на охоту. Приветствую. Что нужно, смертный? Что на этот раз? Что нужно, смертный? Доедаем потихонечку. Ну, у него лимит нормально, на самом деле. Я лучше бы дождался приплод гиппосов, который сейчас вылетел. Красивый. А нет, не дождался. Винные пары дыхания свиток. Приветствую. Неплохо, неплохо. Скоро на охоту. Как там гиппосы идут? Ты звал меня? Что? Ладно, поехали, короче. Нет. Хватит. Фернальчиком. Ой, винные пары успел кинуть. Еще один свиток. Он меня съедает. Хотя, может, нет. Ой, дредо. Неплохо, неплохо. Мое терпение. Что нужно, смертный? Приветствую. Согласен. Ты угадал мой слип по КД. Что на этот раз? Что нужно, смертный? Просто по КД. Ну, есть. ГГ. Ну все, скорее всего, никого не осталось. Ну, если остался, то без это самое, без. Ну-ка, СМФ. Я пошел в любом случае. Друзья, спасибо. Две катки сыграли. Все они были долгие и халявные, потому что дали эльфов и дали хороших героев. СМФ, есть лимит? Есть лимит? Я просто сейчас... У него и герои низкие, и... Сейчас посмотрим. Что на этот раз? Скоро на охоту. Что на этот раз? Я и так уже задержался 35 минут. Встроено сейчас, наверное, нет. Ну давай тогда. Что на этот раз? Go mid. 10к. Скоро на охоту. Что нужно? 7к. Смертный. Окей. Что на этот раз? Ну сейчас будет сражение, видимо, еще одно. Скоро на охоту. Что на этот раз? Окей, еще. Приветствую. 1-2 минуты. Класс. Что, ну ладно, 1-2 минуты, так 1-2 минуты. Приветствую. Надо одного медведя построить, воздух построить, раз? Закупиться что свитками. Но я не знаю, каким макаром здесь вообще выиграть что можно. На можно. Этот раз? То есть что мне нужно, просто делать смертный? Надо с перестраховкой воздух. Что на этот раз? Сделаю еще 4 талонцев. Приветствую. Ну этих. И гиппосов. Скоро на типа 100 лимита. Перепроверить. Что нужно? Вещи. Смертный. Но главным образом. Можно, кстати, виспов тоже спалить пока что. Скоро на охоту. Приветствую. Выбирай. Трушот не нужен. Уже. Я готов мстить. Здравствуй. Собираем свитки. Скоро на охоту. На крыльях ветра. Скоро на охоту. Что корона ресторейшн еще есть, хороший артефакт. Опять же, деньги позволяют, почему бы не купить. Еще можно этого купить. Амулет леса, это еще 10% к урону, насколько я понимаю. Что на этот раз?
что нужно, смертный? Ой, мне кажется, точка сбора кривая. Что на этот раз? Да. Что нужно, смертный? Когда начинать? Скоро на. Да, он подходит с гаргами. Рассказывай. Мой план. Приветствую. Кривая точка сбора. Ну все, нормализовали все. Так, у нас три свитка, рестор. Скоро на охоту. Готов. Приветствую. Сейчас есть лимит еще, понятно. Что нужно? Да простит смерть меня Женя. Меня будет. Приветствую. Что нужно, смертный? Скоро на охоту. Приветствую. Согласен. Что на этот раз? Мое терпение истощилось. Вызываю сразу амулет. Лес. Стомп не обязательно делать. Главное, что тут работает боевой дух. Плюс 7 урона. Что нужно, смертный? Золотой рудник. Приветствую. Плюс 24. 82 у гиппосов. Что нужно, смертный? Приветствую. Можно было еще лучше сделать. Что на этот раз? Что нужно, смертный? Приветствую. Центр, гоу здесь. Готово. Гоу тут. Что нужно, смертный? Скоро на охоту. Что на этот раз? Ты угадал мой план. Согласен. Ты угадал мой план. Скоро на охоту. Приветствую. Что нужно, смертный? Что на этот раз? Что за телепорт? А, ну ладно. Ну он по воздуху, кстати, выиграл. Ну хотя у меня 72 лимита. Там, наверное, по-равному мы разменялись бы. Да, два Димки, но есть слип, есть койл, и все герои биты. В смысле, здоровые. Спасибо, друзья, за то, что смотрели. Спасибо за то, что болели. Две игры, две победы случайно, потому что это... Это эльфы. И это хорошие сеты из героев. Конечно, мне на старте подгадил этот товарищ. Сосед, но... Все-таки удалось прокачать Дредлорда, удалось прокачать Деку. И получили и Херакил, и неубиваемые связку из андедовских героев. Увидимся с вами завтра вечерком. Не знаю, какая будет трансляция, но точно вечером приходите. Всего хорошего. До завтра.